Янтарный прозрачный, матовый, белый как сметана, но каждый ароматный и необыкновенно полезный. В торговом комплексе «Альфа-Раби» вновь открылась выставка-продажа меда передвижной пасеки Ивановых. Башкирский мед уже полюбился горожанам, поэтому среди покупателей находятся и настоящие ценители меда, собранного башкирскими пасечниками. А мы тут разбрали, только в другой точке. Но фамилия такая же, Иванова. Понравилось? Очень. Спасибо вам. Какой на вкус лег, такой и полезным будет. Не зря говорят именно так о выборе меда специалисты. И всякий мед от определенных болезней помогает. Пасека Ивановых представляет несколько десятков сортов меда. Некоторые сдобрены полезными добавками, что делает мед вдвойне вкусней. Мы привезли большой ассортимент натурального меда по доступным ценам, более 20 сортов. Среди них находится царский бархат, призер многих всероссийских выставок, липовый мед, гордость нашей Башкирии, гречишный медочек, универсальный считается мед. Также есть золотарник, каштан – это южные сорта меда. Мы часть пасеки вывозим в Краснодарский край на зиму. Каштан очень богат природным йодом. Сосновый кедровый бор – таежный медочек. Дониковый мед, расторопша, девисил. Среди них мы привезли вам новиночки. Это мед «Сибирская тайга» с имбирем, с корицей и с шоколадом. Приходите, вас ждет бесплатная дегустация и акция от семьи Ивановых. Купи килограмм меда и получи килограмм луговой разнотравья в подарок. Не менее интересно и разнообразно на выставке продажи представлен ивановский текстиль. От расцветки постельного белья, разнообразия подушек, одеял и кухонных наборов глаза разбегаются. Главное, что вся продукция из натурального сырья. Большой ассортимент подушек, ортопедические подушки с гречишной лузгой, простеганные эвкалиптовым волокном бамбуковым и с искусственным лебяжьим пухом, а также большой ассортимент постельного белья ивановского производства. Есть у нас перкалевое белье бязь двух видов, гостовское и бязь более тонкого переплетения, перкаль, новый улучшенный поплин, качественный, прочный. Особый покупательский интерес вызывает стенд с прикладными работами алтайских мастеров. Удивительные каменные пейзажи на срезах хвойных деревьев поражают воображение. Покупателей достаточно. В Шымкенте много желающих оставить себе на память частичку алтайского леса. Выставка-ярмарка будет работать в Шымкенте до 20 марта включительно. Еще есть время насладиться качественным медом, прекрасным текстилем и работами алтайских мастеров.